Ух ты, как тут празднично! Интересно, что здесь происходит? Всем привет! Вы украшаете автомобильный город к ежегодному фестивалю. Супергрузовик, догоняй! О, нет! Что происходит? Вот ты где, супергрузовик! Твой злой двойник сеет хаос в автомобильном городе. Он украл праздничные шляпы? Супергрузовик, время трансформироваться! Гоночная машина. Хороший выбор. Самая быстрая в автомобильном городе. Ты поймал его, супергрузовик. Но что это такое? Злой двойник может трансформироваться и в тебя, супергрузовик. Тебе надо его остановить. Не дай ему сбежать, супергрузовик. О, нет, светофор горит красным. Тебе придется остановиться. Эй, это запрещено! О, привет, Массимо! Ты тоже готовишься к фестивалю? О, нет, путь заблокирован, супергрузовик! Теперь Массимо думает, что это ты устроил! Может, лучше трансформироваться и очистить путь, супергрузовик? Супербульдозер спешит на помощь. Это доктор Зиг, и у него праздничные шляпы. Нужно торопиться, супергрузовик. Отличная работа. А теперь нужно остановить доктора Зига и спасти праздник. Эй, Гарри, все дороги убраны к фестивалю. Доктор Зиг снова трансформировал злого двойника. Что они задумали теперь? Они снова удрали. И все очень злы на тебя. Превосходно. Теперь остановим воришку до начала фестиваля. Ты делаешь свои особенные кексы к празднику, Кэрри? О, нет. Это доктор Зик и его злой близнец. Они украли кексы. Кажется, злому близнецу действительно нравятся твои кексы. Теперь здесь два супергрузовика. Кэрри запуталась. Доктор Зиг сломал свою антенну. Теперь злой двойник супергрузовика стал обычным. Антенна не работает. Это твой шанс, супергрузовик. Используй СТ-3000. Вот это да! Отличный выстрел, супер-бумеранг! Но что с праздничными шляпами и игрушечной трубой? Тебе некуда бежать, доктор Зиг. А теперь верни-ка эти шляпы. Ура! Фестиваль спасен! Все готово к празднику. Вы ничего не забыли? Да, супергрузовик остановил воришку и вернул вам праздничные шляпы. Похоже, Кэрри здорово проводит время. Она ждет, когда приготовится мороженое в ее новой машине для его приготовления. Упс, похоже, что-то пошло не так. Кэрри, что-то случилось с твоей машиной для мороженого? Кэрри, я пытался тебя предупредить. Машина сломалась и вышла из-под контроля. Кэрри, нам нужна помощь. Привет, Карл. Сортируешь посылки на доставку? В кафе у Кэрри случилась беда, и нам нужна твоя помощь. Ага.
Мэри делала мороженое для праздника, но внезапно аппарат сошел с ума. И, похоже, машина окончательно сломалась. Супергрузовик уже здесь. Это хорошая новость. А плохая в том, что она устроила такой беспорядок повсюду. Мусоровоз. Эта трансформация будет идеальным решением для такой работы. Карл, как всегда, в хорошем настроении. Даже уборка может быть веселой. Что ж, было не так уж и сложно. Больше нигде не осталось пятен от мороженого, но машина все еще не работает. О, нет, она снова сошла с ума. Берегитесь! Гляди, супергрузовик. Этот болт, похоже, не на месте. Может быть, из-за него машина ведет себя так? Супергрузовик, что ты собираешься делать со всем этим? Итак, супергрузовик, нам нужно поставить этот болт на место. У нас есть только один шанс, что это поможет остановить машину. Да, сработало! Молодцы, друзья, теперь везде снова чисто. Что ж, думаю, вы заслужили мороженое за выполнение такого сложного задания. Какая вкуснятина! Да уж, безумный денек. Наслаждайтесь мороженым, ребята. До новых встреч! Привет, Массимо. Я думаю, ты очень рад Черной пятнице. О, нет, это безумие. Нам нужен супергрузовик. Ха-ха-ха! Вкуснятина! Карл, Массимо, нужна твоя помощь! Скорее!
супергрузовик, тебе нужно остановить этот беспорядок. Как хорошо, ты снова пришел в себя, Марли. Марли, тебя будто загипнотизировали. Ты что-нибудь помнишь? Сегодня Черная пятница. Ты тоже можешь купить себе новые шины. Все верно, Марли. Эти шины как раз для тебя. Массимо не может поднять Марли, чтобы поменять ему колеса. Супергрузовик, поможешь ему? Кран. Замечательная идея, супергрузовик. Отличная работа, ребята. Спасибо тебе, супергрузовик. Ты снова нас выручил.